весовая категория 72 килограмма. Среди женщин Жилинская Анжела, ФИАС-2, и Лищенко Тамара, ФИАС-1. Жилинская Анжела, ФИАС-2, в красной куртке. Лищенко Тамара, ФИАС-1, в синей куртке. Итак, Жилинская Анжела, чемпионка вторых Европейских игр 2019 года и чемпионка мира 2020 года. Также здесь, в Сербии, в Нови Саде, в 2020 году была Анжела чемпионкой. А Лищенко Тамара, ФИАС-1, победительница, ой, серебро на первенстве Европы 2017 года среди юниорок. Какую хорошую атаку провела Тамара. Бросок через плечо с колен на 2 балла. И проводит удержание. Открыл арбитр удержание. Держит спиной, она держит руку. Прихватила ноги Анжелы. И пытается удержать. Середина удержания прошла. Неплохое начало. Одна минута встречи, а уже 6-0. Ведет спортсменка в синей форме. Представительница команды ФИАС-1. Команда ФИАС подсказывает тренер, как надо дальше вести борьбу. Анжела Жилинская очень опытная спортсменка. И не раз уже боролась на международных стартах. Итак, Тамара проводит техническое действие в партере. Рычаг локтя. Вроде неплотно заправила руку. Анжела защитилась, спрятала руку поглубже. Пытается развить атаку Тамара. Но руку захватила, конечно, плохо. Выскочила рука, точнее. Не получилось развить эту атаку. Еще очень-очень много времени. Немножко напирает Анжела. И какой зацеп! Посмотрите, какой красивый зацеп. Проводит зацеп изнутри голенью. Под разноименную ногу проводит Лищенко Тамара, ФИАС-1. И завоевывает досрочную победу. Знаете, 10-0. И становится чемпионкой Европы 2022 года Лищенко Тамара.